Юргу ТВ – единственная студенческая телекомпания, которая имеет статус государственный. Свидетельство средства массовой информации, лицензии на телевещание и на кабельные услуги. История Юргу ТВ началась с двух пленочных камер, двух видеомагнитофонов, монтажного пульта, тетравального компьютера и 5 сотрудников. Сейчас у нас уже 5 видеокамер высокой четкости. Компьютерный монтаж происходит на 15 монтажных станциях. Эфир у нас с двух эфирных серверов в автоматическом режиме круглосуточно. Сейчас мы пользуемся профессиональной телевизионной техникой, снимаем на цифровые камеры формата Full HD. И весь монтаж происходит в компьютере, нелинейный монтаж. 15 станций нелинейного монтажа, на которых готовятся все наши телевизионные сюжеты, программы, телефильмы. Одно помещение в 50 квадратных метров расширилось до 6 полноценно работающих редакций общей площадью 250 квадратных метров. Это новости ЮРГУ, специальные проекты, учебная радиостудия, иновещание, конвергентная редакция и социальные сети. Сетка вещания состоит в основном из программ собственного производства, ежедневные новости, фильмы и материалы различной тематики, интервью и имиджевые сюжеты. Между тем, в телекомпании работает всего 14 человек. Чьими силами создаются программы, которыми заполняется эфир? Конечно, это студенты кафедры журналистики, журналистики и массовых коммуникаций. Юргу ТВ – это еще и базовая площадка для прохождения практики в рамках учебных дисциплин. В рамках дежурства мною было сделано 12 сюжетов для Юргу ТВ, также была записана студия. Я получила просто бесценный опыт. Все начинается с интервью. Собственно, мы берем интервью нескольких людей. Затем мы пишем расшифровки синхронов и закадровый текст. Если все хорошо, редакторы принимают все, что вы написали, то тогда можно начать озвучивать. После этого мы делаем титры обычно и складываем из всего этого рыбу. И, по сути, там уже работа монтажера, вот на этом наша деятельность заканчивается. Юргу ТВ работает на уровне городского канала Челябинска. Кабельная сеть университетской компании находится в центральном районе. Проекты студенческой телерадиокомпании выходят в эфире телеканалов Юргу ТВ, Ваша ТВ, на всероссийском портале All Russia TV, Ютубе, интернет-портале 74.ru, на региональном канале Россия-24, на кабельные сети городов Копейск и Карталы, а также поселка Локомотивный. Ну, цифровизация – это не просто модное слово, это то, чем мы занимаемся повседневно. На мой взгляд, теперь главная задача, может быть, состоит в том, чтобы каждый желающий мог у себя на мобильном устройстве, ну, на телефоне, да, модный гаджет, современный гаджет, увидеть то, что создается в стенах телерадиокомпании. Но для этого должен измениться контент, то есть длинные, может быть, поучительные информации и передачи, они должны отойти в прошлое. Формат должен быть более коротким, более информативным и, самое главное, более интересным и доступным для молодежного зрителя. Юргу ТВ – это еще и победа на конкурсах. За 15 лет телекомпания получила более 200 наград, в том числе и на международном уровне. В 2019 году Юргу ТВ стала победителем конкурса Всемирного журналистского образовательного конгресса во Франции. Студенческая научно-популярная программа «Табула раза» получила высшую награду в номинации «Телевизионная журналистика». Желаем дальнейшего развития телекомпании Юргу ТВ и поздравляем с днем рождения!